Саша Гриб, опасность ворона. Артём, блядь, больш... Артём, большой гном, финалист КВН. Рейтинг либо очко был бы и насрали. Это название команды, выбирайте, выбирайте. Бля, не, взрывные гномы в колпаках, это мы с Артёмом должны в одной команде быть. А, всё, играем, да? Нажми... Ну, да, а, подожди, поменять команду можно. А, похуй, я не меняю, нажми для запуска. Все. А кто поменял? Куда вы, блядь? Пиздец, ну давай, Рома, мы их... Да, да, давай, браток. Я переживаю, что это возможно в реальной жизни, мы типа... Вы попались в ловушку, когда пытались украсть мои сокровища, да? Петросяновы против сральни! Меня зовут Магнолия. Я простая одинокая... Петросяновы! Хули, финалист КФН? Все, тише, ребята! Динди для бедных! Тоже есть имена? Ладно, вам с этим жить. Вам реально с этим... Меня выпало! Вещи, которые приятны. Искателей приключений будет представлен опрос с целью собрать ваши личные мнения. Выберите те варианты, которые больше всего подходят вам. И отвечайте честно. Не ок. Надо пытаться классно выглядеть перед крутой горячей ведьмочкой. О, нихуя там какая-то ведьмочка есть. Ответы из представленных. И выбирайте в порядке ваших интересов. Первый вариант самый лучший для вас. Затем второй, третий и так далее. Когда все сделают свой выбор, я совмещу все ваши ответы и отсортирую их по популярности. Петросяновы, сральня. С чего мы начнем? Темы для беседы, которые... Помнишь, блять, была кастомка в доте с Петросянами и кем-то еще? Да-да-да. Ну вот. А надо прям запоминать еще ответы. Да не надо нихуя запоминать, просто выбираешь. Первым опросом закончили. Идем дальше. Так, осторожно, пообещайте мне, что не влюбитесь, так? Не обещаю. Итак, я собрала воедино все ваши ответы, и ваше испытание начинается. За этой дверью вас ожидает простое задание. Найдите три самых популярных ответа, пиздец, обходя стороной остальные. За каждый верно найденный ответ я дам вам славный, яркий факел. Здесь он вам что-то какая-то хуйня. Сейчас разберемся. И я заберу у вас факел. Пиздец, Рома, береги факела! Ебать, детали. Береги их нахуй, я не хочу остаться без света. Ваша первая дверь? Так. Я так волнуюсь. Давай, давай. А что такое? А, мы сначала типа, походу. Находится верный ответ. Когда вы будете готовы, этот игрок должен будет сделать выбор. Ага. Каждый игрок получит шанс открыть дверь. Понял. Но сейчас этот шанс... Смотри, я голосовал... Да, забей. Надо самому. Смотри, я голосовал первая политика, второе... Чё-то ещё, второе болезни и дуги, третье реалити-шоу. Да не, очевидно, что политику все, типа, это, ну, там, блядь, это самая такая хуёвенькая. Ну да. Ну тут они их... Yeah! Давай. Первый. Я? Так, политику отобрали, так теперь следующие, блядь. Так, ребята, ну говорите мне чё. Реалити-шоу, бро. Мне тоже были. Реалити-шоу и... Болезнь Дуги я выбрал. По сути, как бы, вторая команда не должна даже слышать разговор, ну ладно. Ну что поделаешь, блядь. Да. Да там тоже выбирали, Болезнь Дуги тоже было. Ну да ебать. Так, Ромка, давай выбирай тебе. Реалити-шоу хули. Стой, я нахуй, если что, я не выбирал реалити-шоу, я тебе отвечаю. Я выбирал самые странные сны. Я выбрал самые странные сны? Болезни, недуги и политику, блядь. Блядь, мне кажется, реалити. Ну, у меня сам... Ну, и выбирай, что хочешь. Ты твой выбор, твой шаг. Мне кажется, реалити. Выбирай, твой шаг. Ром, твой шаг. Прикинь, подъёба, реально там... Подъёба, я же говорю! Я же тебе говорю, реалити, сук, никто не выбирал, там подъёба. Седьмой, блядь. Ты чё, бля? Я выбирал тебя. Ну там мало, видишь, только один, типа, совсем мало. О, Настя держит факел, ебать, крутая Настя. Настя, мне кажется, либо самые странные сны, либо вчерашняя игра. Просто я не выбрала ни то, ни другое.
А, ну... Поэтому я не знаю. Да, я, кстати, что хочешь? Я только вчерашнюю игру трогал. Ебать, я выбирал тренды и знаменитости. Я, вот я знаменитости тоже выбирал. Значит, знаменитостей надо. Дай мне ее, зомби, я твою, блядь, растение сожру. Ладно, я... Ты лягуха, блядь. Ну? Да, нормально, там факел стопудово. Нет, ложка! Блять, мерч! Мерч убийца! Мерч убийца! Нет! Идет в следующий раз. Мерч убийца, блять! Четвертый. А, вот раз. Пиздец. Так, Ром. Думай, давай, у нас 80 секунд, чтобы она подумать. Блять, погода. Самые странные сны, либо погода, кстати. А что ты выбирал, браток? Скажи мне, что ты выбирал? Я выбирал политика, реалити шоу, болезни не нуги. А ты что выбирал? Ты выбирал самые странные сны, политику и болезни Нинуки. Да, погода вчера снега. Саня, как слышал, тоже выбирал самые странные сны. Бля, бро, давай, самые странные сны. Давай. Я тоже думаю. Давай, браток. Ребята, я вчерашнюю игру выбирал. Похую. Самые странные сны. Браток, да, давай. Давай, браток, дружись, давай. Еба! Давайте найдем новую опасную. Ебать. Нам просто думать легче, нас двое. Даня перепишет. У вас очередность хода проще. Ну, может быть, да. У нас гномик и, так сказать, и лягуха. И лягуха. Гномик и лягуха. Гномик Алексей. Да, блин, тут игра рассчитана на то, чтобы мы по командам чисто разговаривали. Какой-то объяснить... А еще один выбрать. Три, да. Четыре. А, четыре даже, нихуя. На четыре комнаты безопасно. Не, игра фигня. Тупо популярность отгадываешь. Давайте узнаем, что. Скучненько. Ну, может, там в конце что-то ждёт. Может, скип. Да давайте доиграем, что теперь? Давай доиграем, да. Потому что, может быть, что-то другое дальше. Мне не нужны три самых популярных ответа. А! В этом раунде вам нужно найти ответы на местах. 2, 3 и 4. Нихуя себе! Ебать! Ну, вы первый теперь, да, выбирайте. Виталя, молчи! Да. Таня, мать плюшевых драконов, мне кажется, вот 2, 3, 4 есть. Ну, я выбрал. Мне кажется, я детектива, думаю. Ты что брал вообще? Ну, вот я первым выбрал детектива. Я первым хоббита брал. Я тоже. Блядь, ну тут сложно. 2, 3, 4. Цветок в сапоге, блин. Так, что там? Хоббит! Нет, это хоббит. Не туда! Он топ-1. Хоббит топ-1. Да, пиздец, все хоббит выбирали. Факелы, вы не умираете, по крайней мере, сейчас. Так, Рома. Короче, я тебе, подожди, второе стопудово, это, блядь, горничная в тягищем корсе, я тебе отвечаю, блядь, там стопудово. Слушай, я его поставил на третье место. А я на первое, нахуй, там кто-то тоже может, понимаешь, на второе, третье, там стопудово кто-то ставил горничную. Я, короче, выбираю между двух, это либо Макса Поймы, либо горничная. Бля, я считаю, что горничная. Какая горничная, ребят? Серьезно, представьте, что вы... Блядь, горничная, согласен. Придете на Хэллоуин платье. Ну, блядь, я горничная. Да! Я знал, Ромочка, я знал! Второе! Оно вторым было, ебать! Виталий, мы двумя. Я не голосовал за него даже. Виталий, блядь, мы двумя, нахуй. Я второе. Я хочу мага с обоймой. Я мага с собой, если что, голосовал без рыцаря. Ну я тоже мага с собой голосовал. Мне кажется, ну да, но скорее всего третьим сюда. Ну да. Не, четвёртое. Ага. Виталий, тогда подумай, что третье может быть. Так, Ромочка, смотри, Настя стопудово какие-то редкие варианты выбирала, потому что, ну, очевидно, что горничную выбирали, блядь, все мужики. Там очевидно. Настя вообще забила хуй. Я отвечаю. Я выбирал мать плюшевых драконов. Разочарую тебя, но я это выбирала. Ну а, понял. Блять, мать плюшевых... Да простит меня бог, мать плюшевых драконов. Очевидно, что это круто.
Я выбирал это. Отвечаю, это круто, это слишком хорошо. Да, я же говорил. Я говорил, мальчишку драконов надо было выбирать. Два из двух отгадали. Чё, рыцарь с печаткой в Тиранской эпохе детектив, серьезно? Никто не выбрал это? Да. Кринж. Ебать, хорошо. Ладно, давайте будем объективными. В реальной жизни никто бы на себя бы платье с корсетом не надел из вас. Я бы надел. Я бы надел. Хорош, Сашка. Хорошо, я жду на Хэллоуин фотопруфа. Я тебе больше скажу, я в школу в платье ходил. Один день в школе ходил в платье. От каждого, кто выбрал этот вариант ответа. Так, блядь. Как мы перехитрили? Пять вариантов. Пять вариантов. Так. Блять, Виталий, я тут такой вопрос, я сразу вспомнил, как, блять, мы в ДНДшку играли, блядь. Как мы, блять, кабана урили, нахуй. Блять, как это давно было, Рома, пиздец. Да, блять, как это, блять, я бы хотел это вернуть, без шуток. О, блять. Блять, в воскресенье бы вечерком, знаешь, собраться, блять, бы в ДНДшку партиечку начать. Да не, это тяжело, Ром. Блять. На похуй начать не так, блядь, чтобы душнить нахуй. Да я знаю, Ром. Вот, блядь, чисто нахуй. Ну все, лас локация, правильно? Все. Да. Google карты на последний поворот. Помогут. Мне нужно от вас в финальном раунде это найти ответы в обратном порядке. В обратном, нихуя, от восьмого! Нужно будет найти восьмой номер, затем седьмой, пизда! Мы в говне! Отвечаем, мы в говне. Мы сейчас все факелы проебем. Не-не-не. О. Чё-то усложнение какое-то. Почти так же, как и в прошлых двух пещерах, но есть три главных отличия. Первое. Вы больше не получаете факелы. Пиздец. Но можете быть уверены, что потеряете. Пиздец. Пиздец. Охуенно. Когда у вас остался один факел, и вы отвечаете неверно, игра не заканчивается сразу. Другой команде нужно будет дать правильный ответ, чтобы решить игру. Нам пизда, нам пизда! Виталий, у нас пиздец. Да. Если у вас больше факелов в конце раунда. Ага. Поняли? Поняли. Но это справедливо. Виталий, мы их трахнем мочило. Так, подожди, блядь. Подожди, обойдем этот мост совершенно... Я уверен, никто не будет обходить мост. Если есть тролль, вернуть его. Смотри, я взял бежим, да просто заплатим, пырнем его ножом. Блять, вызовем у него экзистенциальный кризис. Ну кто, блять, кризис будет экзистенциальный вызывать, бля? Блять, либо это, либо загадаем ему загадку. Бля, Ром, я считаю, что это мы обойдем этот мост. Кто будет обходить ебаный мост? Кто? Кто будет этим заниматься? Блять, слушай, я выбирал. И, бля. Познакомилась с дружелюбной козой. Кто будет? Последнее место ставил. Бля, отвлечем внимание. Давай познакомимся. Бля, загадка, бро, загадка, хуй, кто загадку нажал? Я отвечаю тебе, хуй, кто загадку загадал? Бля, не, пизда, ублюдок. Поймал нас, блядь, волосатый придурок, блядь. Они известны, кстати. На, ну, все. Так, ребята, я, короче, думаю, либо заплатить ему уже и все, либо подарок. А, нет, подождите. Ну, либо заплатить ему, либо подарок, да. Я выбрал заплатить. Я заплатить выбирала третью. Тоже. Ага. Заплатить. А, тогда все отметаем. Давайте, может, с козой подружить? Нет, с козой я выбирал. Я, походу, один с козой выбирал. Все, тогда выберу козу. Нет, не выбирал козу, я выбрал. Нет, выбрал. Кризис кто-то выбирал? Я выбрал. Последний. Я выбрал. Тогда кризис? Нет? Восьмое. Почему? Смотри, и я, нет. Я выбирал! Я выбирал! Я тоже выбирал, Виталий! Так, Виталий. А теперь нам надо отгадать, слышишь? Как ответ от вас скользает. Давайте я вам помогу. О! Внимание подаркам! Подарок! Я говорил, что подарок. Верный ответ закончит игру. Если будет верным, то игра закончится. А, чё теперь? Подожди, седьмое мы теперь угадываем, да? Седьмое, да. Бля, Ром, ну ты думай. Хуй знает, я тебе отвечаю, я не выбирал загадку.
Блять, похуй, вызови, у него экзистенциальный кризис. Не-не-не, я выбирал. Какое место? Хуй знает, я забыл. Но не последним. Бля, давай козу. Бля, коза близко было слишком. Коза дохуя три игрока выбирала. Как минимум. Не, я не знаю. А кто-нибудь пырял его ножом? Я его пырял ножом, конечно, блядь, как тролля не пырял. Бежим было. Обойдем мост, я не выбирал, Ром. Не выбирал, обойдем мост. Вообще. Давай обойдем, Ром. Давай, Ром, обойдем. Бля, Ром, не обходим, нахуй, бля, выбирали, сука. Проебали факела, бля, Ром. Ничего, у нас два факела еще есть. Понял, нормально. Думаем. Ну-ка, кризис, либо загадка. Ну что, попробуем кризис? Мне кажется, кризис. Давайте. Я тоже думал кризис. Ну, бля, надо было думать, Ром, надо было. Так, кто там? О, нет, опять ложка! Не-н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 е-
окном. Да, а мне нравится, как сапог куда не пугается. А, седьмой! Дружелюбная коза! Коза! Коза, блядь, коза! А шестое место? Шестое, блядь! Бля, мне кажется, кризис вдали. Думаешь, кризис? Бля, бро, кризис. Бро, мне кажется, либо загадка, либо кризис. Бро, ну я тебе верю, бро. Согласен? У нас есть давай, еще... Давай, блядь, давай, бро, кризис. Бро, на доверие, на доверие, браток. Мы уже не обходим, да? Уже не обходим, дави на доверие. Бляу! Сука! Оооо, усатый ублюдок! Бля, кризис. Не то. Ай, блядь, так. Давай, цветочек. Ребят, загадка. Мне кажется, загадка. Мне кажется, тоже. Давайте загадку. Ну хорошо. Короче, просто тыкаемся, пока он угадает. Опять, сука, да что ж там было, блядь? Кто? Мост, блядь, мост. Вот так. Нет, просто заплатим ему, блядь. Сука. Блядь, Виталий, что будем брать? Это невозможно. Это душниловка. Бля, давай пырнем. Интересно, но непонятно. Че? Виталий, давай пырнем. Да, бля, не, пырнем это популярный ответ. Че, кто бы не хотел пырнуть тороля, блядь, я тебе отвечаю. Это не может быть пятый. А может кризис? Бля, да ну не. Давай обойдем, похуй. Кризис или обойдем, блядь. А может загадай ему загадку, блядь. Ну кто пятым? Кто давай, загадку? Отвечай. Давай, загадаем загадку, брат. Давай. Да, блять, опять глаза. Да что ж ты будешь делать-то, блять? Ебаные глаза, блять. Ебучие глаза, сука. Опа, надо угадывать. Ножом. Нет, не ножом. Может обойти? Бля, это нужно очень игра, блядь, Виталий, очень. Может реально обойти? Может давай, лучше? Давай. Да, ребята, с победой вас, поздравляю, с победой вас. Да, нет, не с победой, бля! Опять ебаный ублюдок вылез. А кто пятый, кто? Нож? Показа ответов в дверях больше не будет. Все, пошел нахуй! Так, подожди, никак мы обойдем этот мост, мы загадаем ему загадку, то есть либо экзистенциальный кризис, либо нож, либо бежим. Бля! Браток, давай думать. Бля, либо, бежим. Либо кризис. Бежим, брат, бежим. Всё. Бля, бежим. Бежим, отвечаю, бежим. Бежим, браток, бежим. Да ебаный, блять, монстр нога, сука! Блять, 50 на 50. 50 на 50. Бро, отвечаю, блять, мы близки, слишком близки. Так, ну чё, ребята? Кризис или нож? А чего у вас осталось? Кризис или нож? Мне кажется, нож. Давайте так, нас четверо, кто за нож? Я. Ну, ребята, почему мне такой выбор, кризис или нож? Ты будешь не давать наши проигрыши. Я не буду голосовать тогда. Значит, ты
А чё? А так у тебя с 50 на 50 на победу. Бля, Саня, бежим, бежим, Саня, бежим. Давай, давай нож, говорит. О, нет, экзистенциальный кризис. Победа, 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 все, победа. Кризис, кризис, победа. Ребята, я выиграл, я выиграл. Всю партию нам выиграл. Ну, нож второй, я вам говорю, нож не может быть, блядь. Это загадка первая, Виталий, загадка первая. Кто загадки загадывал? Ну это вообще выглядело. А кто-то загадку прям охуеть загадывал? Да все загадывали. А я не загадывал, я не загадывал. Я тоже не загадывал. Да похуй, нас двое было. Ой-ой. Он вначале говорил, да мы умные, нас двое, а потом такой, ну нас двое будет. А блядь, ну не попали. Не, игра фигня. Да, игра фигня. Она забавная, но... О, у меня аж игра выключилась нахуй, ребят. Ну все, походу знак, блядь. Ладно, давайте. А чё, давай ещё? Последняя. Последняя, конечно. Последняя костомка. Да, да. Рисовать. А нет. Преступление рисования. Секретная давайте. Это личность, игра на общение. Так, игра пиздеть друг на друга. Пиздеть. Даня, я начну. Ты пидор, Дань. Ты предатель. Ты предатель, Даня, отвечаю. Ты предатель. Кассиус, с какой стороны? А вот. Вот с этим надо идти, нажми на кнопку. Там реальный Among Us. Я каждый игрок и детектив и убийца. Убивай гостей, которых привели другие игроки, раскрывай другие убийства и не дай раскрыть себя. А? Ну такое. Я, если честно, не в восторге. Мне кажется, это просто свидание с монстром, вот это что. Блять, мужики, я жаба Азазина, мне похуй. Чё, вообще ничего не понятно. Короче, пушку, когда рисуете, орудие убийства, у вас ваша буква ника первая буква ника будет изначально нарисована. И вы должны ее обрисовать, чтобы наебать всех, короче, чтобы никто вас не раскрыл. Все готовы? Ничего не понятно, но очень интересно. Блять, Яната слишком выбирается, бля, я пиздец. Может, за вас тянуть твою букву? Ещё не понятно. Артём, нажимай, блядь, заебал. Почему я чел с мема, вот этот с жопой, который? Потом запускай, заебал. Ну, на Настя стиляжная, вообще не могу. Не так давно, вечером, когда никто не знал, как одеться, проходило собрание самых искусных детективов в мире, которые, как оказалось, были и самыми коварными в мире убийцами. Они придумали соревнование, в котором получали очки за раскрытие преступлений и очки за их свершение. Пиздец. Каждый детектив пришел с двумя орудиями убийства. Посмотрите на ваше устройство, вы увидите первое там оружие, которое нарисуете. Там даже показывают. Но будьте внимательны. Как у убийцы, у вас есть визитная карточка. Ух ты. Буквы из вашего имени. Ребят, я убийца! Ой! На ваших рисунках. Спрячьте букву как можно лучше. Например, вот так. Это вялый меч? Визитная карточка будет очевидна, и ваши коллеги-детективы могут ее заметить. И тогда оно приведет их к вам. Нарисуйте два орудия и спрячьте свою визитную карточку. Игра, ну, уже многообещающая. Кстати, если вы уже играли раньше, вы можете отключить объяснение правил в настройках. Не можем. Я обещаю не принимать это близко к сердцу. Чё это за хуйня? Чё это значит, блядь? Что это за орудие? У всех говно орудие, судя по всему, да? Блять, а я какую-то хуя, блять, хуйню написал, мужики, блять. А, у нас 3 минуты есть, не переживай, не торопитесь. Хоть что-то хорошее. Не, такая херня. Тут все так палится прям. А
ты делал так, чтобы не похилилось. Так это вообще трудно. Я не знаю. Я, блядь, не понимаю, нахуй. А стирать нельзя, да? Можно отменить. Там кнопка отмены есть. А, спасибо. Половина времени прошла. Не забывайте, вам нужно сделать два рисунка. Два? Да, да. Ё-моё. Главное, поаккуратнее нажимайте кнопку отмены. Чтоб не отменить кого-нибудь. Это твиттер? Да, все верно. Ладно. Мне, наверное, хрень, мне, наверное, вообще все очевидно палится. Да тут у всех так будет, ебаный свет. Сколько времени? 36. 35. 34. Спасибо, спасибо, спасибо. Эврика! Какой крит! Время. А Саня, который вот это... А я когда балансер, вот эта хуйня. Аниман Студиос, блядь. Из гостей вечеринки. Дайте вашему гостю имя на своем устройстве. Подойдет любое хитрое прозвище, но не оставляйте подсказок о своей собственной личности. Вот так. Стильно. Как и вы. Что? Это звуки крыс. Это я? Превосходно. Теперь смотрите в оба. Теперь смотрите в оба. Там рандомную букву показывает, ребята. Вот это прикол. Типа не первую. То есть, бля, я думал первую. Да, рандомную. Я над, блядь! Это мой. Подозревает, что вы задумали. Тут надо, чтобы у Ники у всех были на одном языке, чтобы подстроиться, блядь. Вы принесли подарки и оставите их где угодно. Похоже, один из ваших рисунков выставлен. Эти подарки представляют собой... А у нас газ! Вы увидите эти вещи. Ни один детектив не получит одного и того же орудия дважды. Позвольте мне поприветствовать наших уважаемых... Да, вы просто крючки, вы просто слова писали. Цирковой колонец демон. Зеленый кабанчик. Милый аспирант. Большой Билл! Кто там еще? Экзибит, блядь! Экзибит! Апельсин! Экзибит приехал! You got the pump, my right! Кто выключил свет? Всем оставаться на местах. По крайней мере, мы можем быть уверены, что рядом с вами ничего ужасного не случилось. А название орудия убийства нельзя же, да, говорить? Мне так не кажется. Я не знаю. Я вообще без понятия, что еще происходит. Короче, мужики, да, мы играем в первый раз, я объясню. У меня написано было «Родительские обязанности». Что нахуй там нарисовать, блять? Объясните мне, что нахуй? Как там без надписи, блять? Я вообще не видел надписи этой. Я просто там, так там сверху написано. Ваше оружие останется в качестве улики. И поторопитесь, тьма не будет длиться вечно. А, что мы делаем, блядь? Мы убиваем. Буквы нужны в имени этого чела. Не кричите! Если это, конечно, не крик восторга о моей вечеринке. В имени игрока, на которого нет буквы такой-то. Я ничего не понял.
Я даже нихуя не понимаю. Ребят, нужно называть челов с буквой. Пиздец. Которая у вас выпала. Божечки, кошечки! Ну, кто же знал? Пиздец, всех переубивал, он нахуй! Наши костей были убиты. Пиздец. За каждое убийство преступнику полагаются очки. Спасибо, спасибо. А убили? Четверых убили, кого убили, реально? Тем больше вы заработаете. Что ж, раз здесь собрались лучшие в мире детективы, они будут расследовать эти... Да, да, они убили половину. А, водные бомбочки, жертва экзибит. Жертва цирковой клоун воздушным шарами. Жертва апельсин, опять воздушный шар. Зеленый кабанчик, родительские обязанности. Два покушения. Сколько порочных покушений было совершено на жизнь каждого гостя? Если вы привели своих гостей, каждое из покушений приносит вам очки. Удивительно. Если бы я вас не знал, то сказал бы, что эти орудия очень похожи на подарки, которые вы принесли. Я вообще ничего не понимаю. У нас газ, блядь. К сожалению, мы успеем раскрыть только одно из этих дел. Надо по... Вот у нас справа есть рисунки. В этом рисунке зашифрована буква. Слева тоже рисунок, походу, с такой же буквой. Надо понять, кто это сделал. Чё, блядь? Смотрите, вот справа рисунки. Рисунки, вижу. Рисунки, один мы знаем какой. На каждом рисунке зашифрована буква. Я за циркового клоуна, что-то. Ну же. Я не понимаю, погоди, я запутался. Я вообще ничего не понимаю. Ничего не понятно, если честно. Все расследуют Дездемона, блять. Кто за ним следует, морг? Слева Чер... просто буквы написали, погоди. Да там пиздец замаскировали буквами, блять. Там какая... Ребята, какая буква, блять, лучше нарисована, значит, блять, это она. Главный следователь Алексей. Да я чё? Ок, давай, за лупу. А, сейчас определяли своего устройства. Вы можете приближать любое место доски с уликами. Ага. О, нихуя. Поторопитесь и все вместе проголосуйте, кто убил нашего гостя. Чего? Как вы думаете, кто убил гостя? Погодите. Надо думать. Не забывайте, вы можете увеличить ваши находки для своих коллег-детективов с помощью что лупы. Скорее. Что это? Ага. Вот так. Я без понятия. Разногласия, а надо было всем вместе. Выбрать кого-то вместе. Я не кажу, не обсудили это ничего. Соберитесь и проголосуйте в следующий раз. Да, да. Надо искать. Осталось расследовать одну пару убийств. Ну я там Тео увидел, если честно. Что-нибудь для тех, кто привел этих гостей. Но кое-что могу сделать. Здесь S выделяется. Видите, на змее S выделяется. Вы знаете, что делать. И если вы убийца, убедите остальных выбрать другое дело. Ну, короче, все, апельсин, это Виталя. Да, это. Да, там S, апельсин, это Виталя. Апельсин Виталя. Прекрасно. Экстраполируем. Не тратьте время. Ай, блять, ребята. Вон у него там S и вон S. Так у Артема тоже есть S. Где? Вон в конце. Вон у него S. Как управлять этой лупой? Чё за хуйня? На экран давай. Жаль, что у меня нет даже никаких предположений. Ты должен нажимать. Ты главный следователь. Убить одного подозреваемого. Его рисунок этого орудия прямо перед нами. Понятно, но это не Настя. Короче, это Виталик. Это Виталик. Я тоже думаю, это Виталик. Интересно. Ну, голосуйте. Да, да. Быстрее. А я нихуя не понял, когда мне дали следователя, я не понял, что можно двигать. Я не видел, я не понимал, когда делать. Вот и все. Вы утверждаете, что один из ваших коллег-детективов убийца? Да-да, блять, все вы нахуй рассказываете. В этом преступлении. Да! О, крыса! Я убил апельсинчика, да! Я апельсина убил! За то, что ему больше в жизни повезло, чем мне, бля! Я слежу, кто голосует за виновного, и присуждаю очки каждому, кто оказывается прав. Даже если другие детективы ошибаются. Ой, я первый!
А что касается убийств, до которых мы не добрались, обещаю, что мы вернемся к этому позже. О, да, без вопросов. Родительские обязанности. Родительские обязанности, да вообще какая-то хуйня полная, я вообще нихуя не понял. Да, я предлагаю скипнуть нахуй. Да похуй же, играем, чё, надо доигрывать. Нужно спрятать ту же букву, но она может выглядеть немного по-другому. Там просто, блядь, от буквы зависит какая. Если б тебе А выпало, то типа, ну хуй знает, как тут этот... Эту S, блядь, замаскировать. А чё там, два или один надо? Написано бис. Чё, орудие. Два. Ну, вон две кисточки нарисованы. Я хуй знаю. Мы и на выходе рисовали. Тут все это время было что-то написано. А почему я не могу отправить? Да пробуй еще раз. А что я не могу отправить? Не знаю. Типа больше рисовать надо или что? Я реально не могу нажать отправить. Что, если хуй знает? Блять. Два надо нарисовать этой хуйни. А, все, теперь смог. Да, меня рассекретят, блять, хуй знает, что тут рисовать. Там, оказывается, сверху надо... Так там да! Написано, что рисовать. Да, я так я в первый раз так и делал. Я рисовал, у меня было написано воздушный шар, блять. Почему я опять как мышь звучал? Крыса среди нас. А я вот только сейчас последний рисунок нарисовал, как это, как просили. Я тоже только последний сейчас нарисовал. Пять секунд, Виталик. Да что мне делать, блядь? Я тут стараюсь. Охуй. Теперь придумайте имя вашему новому сообщнику. То есть сообщнику нужно имя с твоим, типа, да? Никто не пытается, ну, типа, с буквой. А там... Просто назови своего тайного сообщника. Просто, как хочешь. Как хочешь называть. Хорошо. У всех, блядь, некий, у блядь, и двух русский, у трех некий английский, да, блядь. Да, 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 да! Пиздец. Так это интернационал, вы чё, ребята? Хуя, блядь. Да нет, ты пиздец, нас, блядь, раскрывают, нахуй. Так, ну и кто у нас? Это самая, блядь, прикольная часть. Оставшая на наше торжество. Давайте все вместе поприветствуем наших новых гостей! Экзибит! 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 Гарри Бабас! Билли Бонс! Обезьяна по имени Яночка! Осуждаю! Моргенштерн! Моргенштерн! Космос! Космос! Герцог Азазель!
Она со мной жаба Азазина. Зло Азазельку, бля. О боже. Экзибит младший. Приведите еще одного гостя и попытайтесь выяснить, кто его привел. Если вы не ошибетесь, темное дело будет сделано. Я знаю, страшно, но если вы рядом со столом, то принесите мне тарелку. Блять. Кого-то опять родительскими обязанностями убили, да? Больше убийств! Признавайтесь, кто убил родительскими обязанностями, блять? Не, ну этим реально убить можно. Водные бомбочки, герцог Азазель умер. Жертва воздушный шар. Грибобаса снова убили, ебаный в рот. Грибобаса ёбнули. Всегда хороший способ узнать что-то новое. Определенно. Блять, давайте раскроем дело по грибу базу. Что ж. Неформал ушел на вот этой бомбочке. Юху. Покончим. 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 Итак, чё, давайте думать. Скорей! Кто убил грибобаса, блядь? Сейчас кто? Кто детектив? Жаба Азазина, главный следователь. Блять, смотрите, надо найти подобный, короче. Да вон, крючок ёбаный с двух концов. Вон он, блядь. Вон, крючок на грибобасе. О, буква О может быть. А О у тебя, Артём. Это не джили, блядь. Нет, 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 это нарисованное, нарисованное. Это из... это взято. Посмотрите, блядь, на картину, на воздушный шар, который убийство сделали, блядь. Ну. Которым сделали. Посмотрите туда, там, блядь, приблизьте. Кто-нибудь, кто есть? Кто? Нет, туда. Кто? Саша? Так нет, с лупой. Так не я с лупой. А, кто с лупой? Так я вот показываю. А, Рома. На воздушный шар, вот это закорючка, блядь, какая-то ебаная, видишь? Тянется там вроде... То ли он, да. Оно тянется, хуй пой... А вон, подожди, оно... Ага. Это Джи, блядь! Что это? Угу, похоже. Всё. Похуй, Руфус, блядь, уебан. Я не знаю. Да я вообще не знаю. Там Джи спрятано, блядь, там Джи! Уебан, блядь. Так вот... Джи в нике у Сашки. Голосовал за настоящего виновного. Я прослежу, чтобы вас наградили очками в конце вечера. Осталась последняя пара убийств. Я предлагаю вам поработать лучше. Охренеть, у меня лупы в парике. Опа. Кровожадный дятел. Мне обезьяна... кажется, что вечеринку еще можно спасти. И! Вижу. Ну почему-то первая выглядит проще. Вторая там просто заковырь какая-то ебучая. Там, блядь, в первом Ашку нахуй спрятали, блядь. Г, на милом аспиранте Г, ребята, на милом аспиранте Г. А где Г? В Г, Г, а, который у Дани, Г, который у Дани, который у Дани. Я обезьяну выбрал, мне похуй, я обезьяну. Продолжим. Понятно. А если 50 на 50, то случайно выберется? Да, я говорю, вон буква Г, у Дани буква Г. Не спрашивайте, почему. Там и буква И есть. У кого исполнилось решать ничейные ситуации? Подожди. О, я. Ой, понятно. А там, блядь, буквы А две. Так. Ну, вот буква А видна очень хорошо. Там... И буква Ю тоже. Подожди, так, И... Нет, А выглядит правдоподобно. Это Н, ребята, это Н, перевернутая Н. Хотят вас обвинить, а у кого у нас сейчас Н? Последний шанс. Ребята, буквы видоизменяются. Они те же самые, но они видоизменяются и буквы. Кто это у нас? Я думаю, это Янат. Я в Янате, я в Янате, Янат, ребята, все в Янада. Янат. Ну. Не, наверное. О, это он был, это он. Тогда, ну там хуй знает, тогда может это Ю. А, это, блин, это Ю была, это была Настя, там Ю была, блядь, там У прям видно было, выбивается. Я извиняюсь, не только у меня буква Ю. Но все равно. Ладно, твое право. Опять еще 4 убийства. Получится, правда?
Никого не убивать без моего разрешения! Никого не убивать без моего разрешения, охуеть! Хорошо, спрашиваю, блядь! Никого, говорит, не убивать, блядь! Кто там с ножом бегает? Там кто-то так долго думает, кого убить! Боригард? Где ты, Боригард? Хорошо, что я не знаю правила. Святое Рождество! Черт возьми! Пиздец, опять! Всех зарезали! Обидно, что, типа, понять, как играть в игру только на втором раунде. Да там кровожадный дятел, блядь! Кто бы это ни был, он останется без приглашения на мою будущую свадьбу. Охуеть! Да, блять. Во втором. Здорово. На букву. Да. Кто убил Билли Боб? Я не могу понять, что. Я вижу букву L. Я букву. Я вижу букву L. Я вижу B. Я вижу только B. Я вижу L, M. Покончим. Покончим. Покончим, это я говорю, мужики, если что. Артём, главный следователь. Я не хочу показывать пальцем, поэтому я оставлю это вам. Кто это сделал? Блять, хуй знает. Там надо, надо пытаться, да, разобраться с убийцей, блять. Ну, много это за корючка, хуй пойми, но тут тяжело. Вот это N! Это N! N? Да, это N! Я думала, что это H, но нету H. Бля, если это N, то это Янат. Да. Если это... Вот прям посередине прописная... Да, 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 есть такое. А я не вижу, кстати. Суки вы, Ну перевернутая на боку лежит. Раскрыли. А, да, точно, вон она, точно, да. Да перепикивайся, точно. Виновен! Я вообще не вижу до сих пор ее. Я же говорю, ребята, буквы, они видоизменяются. Да, да, да. Сидите здесь и поддерживайте беседу. Не, ну за дятла респект. Ну, дятел прям пиздата. Родительские обязанности. Пузо. Давай еще. Пузо. Тяжело. Выбирайте, господа. А вон, я вижу, там А, ребята. Где? Прекрасно. Вон, где пузо, там А, сверху, где голова. Возможно, давайте. Я, честно говоря, не вижу. Я тоже. Ну, попробуем. Мы ждем. Они посередке или что-то там? А, типа маленькая. А, вижу. Смотрите, уродки А, вот слева прям на морде. На морде А, смотрите, уродки. Уткин морда А, глянь, посмотри. Вон А, бляха, муха, башка А. Аниман Студиос расследует. Бля, мне кажется. Наведи на А, Саша, наведи на А на убийце. Где? Так ща... А ты не выбираешь, ты выбираешь. Просто выбирай картинку доска, слева. Доска, да. Да, доска, и слева самую левую картинку выбирай, и типа вправо отдали, где ты А видишь. А я не могу смотреть. Во-во, не-не-не, ты показываешь, прям это в край. Голова, блядь. голова. А я не могу и показывать, как бы смотреть. Во-во, ну-ну-ну. Вот А, вон она, А. Но это А, мне кажется, она у... У кого А? Блять, мне кажется, хорошо, жаба Азазина. Мне тоже кажется. Блять, я даже и не придумал нихуя. Тогда, там он, а у нас газ, блять, и там... Там, блять... Я нихуя не придумал, блять. Жестко, жестко. Я нихуя не придумал, блять. Ну ты просто, а, и у нас газ, блять. Я прохлу, блять, хуйну. Попробуйте быстро раскрыть эти дела. Угу. Я не, блять, рисование это злупо. Вот писать я могу, нахуй. Рисование тяжело, да. Они смогут обмануть и убедить проголосовать за кого-то другого. А. Времени мало. Надо оставшихся раскрыть. Экзибит. Экзибит. Кто убил экзибита, блять? Так вон там тоже А. А посередине, да. Прямо да, это А посередине. Это это жаба Зазина опять. Пиздец, блять, я думал, закрасил ее нахуй. Настя все равно голосует в меня, она все равно в меня топит. Там, блять, сказали.
Ничего не знаю. Все равно он меня топит. Удручающе. Идем дальше. Так, воздуш... Я формирую очки другим людям. Там Т как бокал, Т как бокал, мужики, Т как бокал. Т как бокал, мне кажется. Да, мне кажется, Т. Т. Настя, топ-пуп, Настя. О, ладно. Т как бокал. Ладно, допустим. Невиновен. Виновен, есть! Артём, блядь, ну пох, а, там Ю. Это П. Это П, так. Похуй. Это У. Ю, у меня из ника У. Сука, кто убил моего зеленого кабанчика, блядь? Вообще ничего. Там перевернутая Т, не? Где у ребенка нижняя часть. Ну, похоже, что-то. Да. Похуй. Да нет, ты... А, это... Енат. Сука, я знаю, ебать, замаскировал, ебать! Я, блядь, угадал, да. Ебать, замаскировал, ебаный в рот. А вот это вот что такое? Это С, мужики, это С. Это С, посередине. Ну, допустим. Мне кажется, я Артёма вкинул. Я тоже просто на пуху Артёма вкинул. Я знала! А что это такое? Я не ебу, но я кинул в Артёма! Сука, и гриба басы. Это О или... О, давай! О, верю, Даня! G, окажется! Давай! Ну, Настя ещё не показывал! Давайте ещё раз Настю просто в молоко! Устрение, мать и тень, да? Это Сашка, блядь, это G! Это G, блядь! Она это мыло, мне поверить! Это А! Это А! Это А такая? А мне никто не верит, вообще мне лишь бы обвинить. Ебать, фильня сидит. Это У, ребят. Артём, что ли? Я Артёма вкину, мне похуй. Там просто похуй. Сейчас это опять он будет, смотрите. Недоверие! Страхуйтесь. Это Артём, я же говорю, у, там видно, блядь, он её маскирует постоянно, сычара. Нихуя, никого не обманул, блядь. Опять, видите, это, вот эту хуйню, знак, блядь, музыки какой-то ебучий. Так это Г, это Г. Ну тогда Саша, блядь. У меня не Г. А не ебу, блядь, я не знаю, кого топить. Это Настя была, это М, это F. Это F, тупой респект, блядь. Ой, блядь, ебать, тут бук накидали. Да, ребята, ну это пиздец. Это Даня? Это Даня? Похуй. Это Даня? Это N? Это Даня. Ладно, ребята, это был я. Там мать ебучая. Да блин, а можно я просто экран, можно просто экран, короче, закрасить и все. Да. О, ну там какая-то. А. Тогда кто? Нет, это не мое, это не мое. Я не вижу. Это не мое. Голова А, вот тише ты прописал. Сука, это Даня, блядь, мразь ебаная. Похуй. И похуй, я в Даню вкинул, блядь. Сашка. Саня. А, вы чё? Да на... Прописная. Нам тяжело, да. Типа, у меня всё, что это небольшая закорючка появилась. Лучший детектив Настя, ребят, отвечаю вам. Она всегда меня... Она меня всегда выбирала. Я говорю, она всегда знала, что это я, блядь. Она всегда чувствовала, нахуй. Блядь. Я, ребят, я убивал всех! Я и Настиных убивал, и Даниных, я знал, кто! Ну ты убил, ты двоих моих убил. Я знал, блядь, я просто знал, что... 6 покушений на Билли Бонса! Это Настя, выиграла! Лучше убийца, три... Блять. Постарайтесь никого не убить. Я на втором месте в лучших детективах, блядь. Я в лучших сообщниках. Я ебал, я убил всех. Второй лучший детектив, а второй лучший убийца, а второй лучший сообщники. Лучший... Пизда, последнее место, жаба, зиновали.
Я просто, блядь, по никам определял, кто чей это сообщник убивал его нахуй. Постоянно. Блядь, зачем ты убил двух моих? Настя, не специально. Просто это был единственный, кого я мог узнать. Мне больше интересно, Настя, что от этого тут? Там два ребенка или че? Что? Я не знаю. Это что за S вообще? Я не знаю, это родительские обязанности. Что это за S, Виталик? Какая? Где, блядь? Первый раз мы. Какая нахуй, где? Я ебу, я понять. Вон, и, блядь, у Артёма выбивалось оно, я даже на эту хуйню смотрел. У меня буквы были. Ты, блядь. Вы сейчас мои увидите, да, обалдеете. Там, там у Дани маскировка пиздец была. Вот с ребенком, с ребенком это разъеб. Как он дошел до этого? Вот эта хуйня с CNT тоже N как подставил, блядь. А вот эта залупа на дятле, как? Как? Я ее сразу увидела. И N. Пиздец, гений. А что, меня не покажут, что ли? Вы не прикольно? Да, покажут. Вон, у Насти ебать спрятано. Этот... Пиздец какой-то. А Саша, Саша просто номер два везде, блядь. Да, меня не показывают, вы что, обалдели, что ли? Ты просто номер два везде, во всех категориях номер два, блядь. Ой, ребята. Блядь, игра хуйни стоит, признай, блядь.